Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Значит, с одной стороны, вы явно переживаете по поводу того, что у вас личная жизнь не откладывается. Мне очень интересно, с чем связано, вот, собственно, ваше переживание. То есть, почему вы в этом так нуждаетесь? Почему вы нуждаетесь в личных, ну, в отношениях? В личных отношениях. Это первое. То есть, если вы так переживаете, то может быть, дело здесь не совсем в личных отношениях. Может быть, дело здесь в чем-то другом. То есть, может быть, здесь дело в чем-то ином, чего вы хотели бы для себя. То есть, может быть, вы пытаетесь реализовать какие-то свои потребности через личные отношения, которые реализовать нельзя. Или можно, но с большим трудом. Вот. То есть, вам нужно определить, для чего вы хотите, собственно, устроить свою личную жизнь. Далее, что вы понимаете под личной жизнью? Как вы ее понимаете, личную жизнь? Что она, по вашему мнению, из себя представляет для вас? Это тоже очень важная история, это тоже очень важный момент, потому что необходимо определить, к какой цели вы стремитесь, к чему вы стремитесь, да? Далее, вы пишете замкнутый круг, что означает, по сути, что какие-то вещи вы совершаете, какие-то вещи вы делаете, что-то вы пытаетесь, но не получается. Вот, нужно, конечно, провести анализ. Что именно вы пытаетесь делать, вот, что у вас получается, что не получается, на какой стадии не получается. Вот это все нужно исследовать. Определите, что вы можете дать мужчине, да, что мужчина вам может дать, то есть, что вы хотите получать от мужчины в принципе, и как это связано, опять же, с вами самой, и связано ли это вообще с вами самой, да, ну вот. То есть, вот эти все моменты, эти все истории, их нужно поисследовать обязательно, необходимо определить вам свою модель женского поведения, да, то есть как вы ведете себя с мужчинами, ну, как женщина, как вы ведете себя с мужчинами, вот, какая вы женщина и какой вам подходит мужчина, ну, по определению, да, такому, вот, мне кажется, что это
такая достаточно важная история, достаточно важная позиция для вас. Вот. И, собственно говоря, благодаря ей, благодаря этой позиции, вы можете разобраться в том, что именно вы делаете не так, вот, какие именно значит ошибки вы совершаете, вот, и можно будет это подкорректировать, на мой взгляд. Вот так, значит, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.